Приветствую вас. Ну что, можно поздравлять Зеленского с победой? Можно. Но я вам хочу напомнить, что впервые в истории Украины молодежь пришла на выборы. До этого молодежь всегда была пассивна. Вообще, как правило, на выборы ходят вот пенсионеры предпенсионного возраста. По этой причине ничего удивительного, что очень часто можно было за счет пайков, я так понимаю, и Порошенко делал ставку, прежде всего, на пенсионеров. Пенсии, субсидии, да. Не помогло. Молодежь пришла на выбор. Чудо! Но это не чудо, это вот новая Украина, что не понимает в России. Намертво не понимает. Когда российские политологи мне начинают рассказывать, что вот ни сегодня, ни завтра в Украине поднимется восстание, и люди скинут эту бендеровскую власть и пригласят Путина. Я пытался объяснить, ребята, вы такие, плюнул. Можно ли объяснить людям, которые живут в 16 веке, что на дворе 21 век? Да, Украина сделала действительно невероятно, молодежь начала голосовать. Напоминаю, Зеленский в Советском Союзе не жил. Не, я знаю сказать, ну да, он родился. Но хочу вам напомнить, что когда Советский Союз развалился, ему было 12 лет. А если посчитать Горбачева, Горбачева это уже даже не Советский Союз, это новый Советский Союз. Зеленский не знает, что такое партком. Зеленский никогда не слушал выступления горячо любимой Леонида Ильича Брежнева. Зеленский ни малейшего представления понимает, что значит положить партбилет на стол. Поняли? Да, он действительно украинец. Новый, то есть украинец, которого нет совка. И народ, который за него голосовал, молодежь. Им глубоко наплевать на Сталина, Ленина, на их памятники, на эти бредовые лозунги, что в Советском Союзе что-то было хорошее. Им глубоко наплевать. История, батьки, черт бы вас побрал с вашей историей. Историю надо знать. Но надо знать английский язык, желательно польский, русский, украинский, учиться хорошо, делать карьеру или делать бизнес. Если вы можете сейчас заработать в Украине, вы зарабатываете в Украине. Можете заработать в Польше, зарабатывайте в Польше. Можете заработать в Малайзии, зарабатывайте в Малайзии. Хватит это совка, хватит, наелись, вот где. Это в Советском Союзе нельзя было никуда утрапать. Сейчас все, глобализация. Еще раз повторяю. Зеленский показал, Украина поменялась. Там нет совка. Да, есть маргиналы, которые будут верить в доброго царя, и будут, мы ждем Путина, это есть. Ну, этих маргиналов, их почти столько же, сколько таких же, которые говорят, мы верим в Бандеру. То же самое, это все не серьезно. Основная масса людей верит глобализацию в 21 век. Да, хочет жить богато, заможно. И совершенно не хочет Советского Союза. Тем более собака. Она уже в 21 веке. С этим я и поздравляю жителей Украины. Напоминаю жителям России, что 21 век. И напоминаю жителям всех других стран, что надо, чтобы молодежь голосовала. Будущее? Действительно за молодежью, черт возьми. Вы что, не понимаете, что ли?